Алиса, мы рады приветствовать вас в рамках проекта «Лето в парке». И мы подготовили небольшую концертную программу. Наши встречи, хочу заметить, будут каждый четверг в 19:00 с разной игровой и музыкальной программой. Очень мне хочется и всем артистам познакомиться с теми, кто пришел на эту летнюю приятную площадку. Ну-ка, дружно, громко, все вместе, каждый крикнет свое имя. Раз, два, три, имя назови. Ой, а громче-то умеем кричать. Ну-ка, еще разок. Раз, два, три. Вот теперь сразу все стало понятно. А теперь, дорогие друзья, давайте попробуем дружно вместе похлопать. Как мы это умеем делать? Отлично, отлично. Вас очень давно ждут артисты наши. И сегодня перед вами будут выступать солисты детского вокального ансамбля «Красочки», художественный руководитель Андрей Авдеев, педагог по вокалу Анастасия Якутина, хореограф Елена Громова. Итак, дружные аплодисменты детскому коллективу «Красочки». А к микрофону мы приглашаем Казанцеву Арину с песней «Тропина». Хлопаем и встречаем. Идем, Ариночка, сюда, в центр. Дружнее, дружнее. Тропина, в чистом поле тропина.